20 ноября состоятся внеочередные выборы президента Республики Казахстан. На сегодняшний день зарегистрировано 6 кандидатов, которые сейчас проводят предвыборную агитацию. Эти работы кандидаты и их штабы начали 21 октября и закончат 18 ноября. А 19 ноября объявлен днем тишины. В связи с этим доктор юридических наук Майгуль Матаева напомнила о главных запретах во время проведения агитационных работ. Государство в ходе предвыборной агитации предоставляет равные права, равные возможности для всех кандидатов, предоставляет определенное равное количество денежных средств и определенное количество тиража для печатной продукции. Но в ходе предвыборной агитации не должно быть, скажем, ненадлежащей агитации. Есть такое понятие, ненадлежащая предвыборная агитация, когда кандидаты в ходе агитации используют бесплатную продукцию, допустим, да, бесплатные товары рекомендуют населению, различного рода подарки, да, объявляют различного рода конкурсы. Тот кандидат, который использует ненадлежащую форму агитации, он, конечно же, будет исключен из состава зарегистрированных кандидатов. Майгуль Матаева отметила, что в ходе предвыборной агитации запрещается использование деятельности государственных органов. Недопустимо участие в проводимых работах членов участковых избирательных комиссий, религиозных объединений и военнослужащих. Как оказалось, в самой предвыборной программе кандидата тоже нужно соблюдать определенные правила. Во-первых, запрещается в предвыборной программе призывать за свержение конституционного строя в нашей стране, призывы к нарушению целостности, территориальной целостности нашего государства. Запрещается публиковать в предвыборной программе призывы к межнациональному, религиозному, социальному различному рода розни. Запрещается также призывы к различного рода проявлениям жестокости в ходе предвыборной агитации, и запрещается призывы к созданию частных военизированных формирований. Сейчас кандидаты продолжают свои агитационные работы, посещают регионы страны, где встречаются с местными жителями. На эти работы у кандидатов осталось еще 3 дня. Напомним, что за ходом проведения выборов вы сможете следить на нашем телеканале. Ботагоз Дандыбаева, Шулла Султан Махмудова, телеканал «Семей».